Данное комедийное аниме стремительно ворвалось на телеэкраны летом 2018 года. Проект первой серии заинтересовал зрителей, поэтому неудивительно, что фанаты хотят скорее узнать даты выхода второго сезона «Повелитель тьмы. Другая история мира. Магия подчинения». Уже с первых серий телепроект показал отличные рейтинги и сумел завоевать огромную армию фанатов, которые восторженно хвалили аниме на тематических форумах. У режиссера Мурана Юта получилось сделать действительно интересный сериал с качественной графикой и захватывающим сюжетом. Если создатели решат продлить аниме «Повелитель тьмы», то второй сезон выйдет уже в следующем году, а именно в 2019. Всем спасибо за внимание. Пока.